Здравствуй, зритель дорогой. Интересно ли тебе, что живет же в холодильнике у Лёли? В общем, если интересно, то оставайся и смотри этот видос. Вот на полочке у меня живет, это правда не еда, это дезик самопальный. И еще один дезик самопальный. И о, имбирь, про который я классически забыла. Лёля любит забывать про еду. И еще один дезик, мелкий уже. Это как бы реклама Лёлькиного дезика. Хочешь дезик имени Лёльки восковой с кокосовым маслом? Напиши Лёльке и закажи, и будет тебе счастье. И если ты живешь в Рашке, то тебе и оно пришлется почтой. А может, даже в лапке отдастся лично. Тут у нас куриные сосиски. Что-то они мне так понравились. Третий раз покупаю. Коту моему тоже нравится. Помидорка с моего огорода. Ой, ее, по-моему, надо уже кушать. В общем, сделала сегодня тогда салат помидорный. Вот прямо сейчас, когда запишу этот видос, положу я ее сюда. Помидорка. Луковка. Два пакета с огурцами с нашего огорода. Еще две луковки. Оттуда же, наверное. Еще огурец, еще помидорка. И, по-моему, ее тоже надо уже кушать. У меня вообще там есть еще три помидорки. Правда, не в холодильнике на окне. И они как бы тоже хотят уже, чтобы их съели наконец-то. Тут у меня... Ну, что у меня тут? А, тут у меня льняные семечки темные. Тут у меня толокно овсяное. Тут у меня мука арахисовая. Почему здесь? Потому что у меня бывает такое... У этих мук и всяких там свойства привлекать к себе моль, а моль у них почему-то начинает жить. Короче, и лучше всего хранить в прохладном месте, самое то. Здесь у меня сыворотка молочная, тетя моя дала, это от коровьего молока. Здесь немножко козьего молока. Тут кеф написано, женщина, которая продает, держит козы, у которой я, короче, покупаю молоко. Задарила она мне полторашку того, что стало потом кефиром. Это кефир простокваша на козьем молоке. Тут у нас тоже, по ходу дела, семена какие-то. Лен, по-моему, очередной. А тут у нас корень, я забыла, какого-то растения. По-моему, типа фенхеля. Но, как я поняла, фенхель бывает разного вида. Тут у нас кайтошка. Кайтошка же, да? Тут у нас тоже кайтошка. Две трети этой кайтошки копала Лёля. Треть картошки Лёле дали другие родственники. Здесь у меня, значит, угостила меня этим кореянкам, где я покупала всякую вкусняшку. В общем, тут салаты с капусты и морковки по-корейски, якобы. Ну, уж не знаю, едят ли реально так корейцы. Тут еще одни огурцы. Соевый соус киккоман. Стабильно его покупаю. Там малосольные огурцы, я их сама малосолила, но опять забыла, я даже их еще не открывала и не пробовала. На картошке сварить и попробовать. В общем, там заготовки, которые мне выдала моя тетя, варенье, которое варила я. Здесь у нас салат, забыла, как называется. Вообще его называют чука, но как называется сама водоросль, я забыла. Там у меня, а что у меня там? Там у меня, походу, тоже огурцы. Масло сливочное, остатки майонеза. Салат это спаржа, короче, с морковкой, яйца перепелиные. Там вот полторы сосиски, потому что что-то меня вчера не влезли, а кот тоже как-то не захотел. Ой, я про нее совсем забыла. Дыня, интересно, ее еще можно есть или уже надо отправлять к праотцам? Я ее достану. Может быть, я про нее не забуду. Ладно, я пока сюда уберу, тут ставить не буду. Так, здесь у меня сметана. Потом салат, листья салата. Там в контейнере тоже листья салата. Здесь творог козий. Что же здесь у меня в морозилке? В морозилке у меня морковка мной тертая, купленная на развес в атаке, какие там, кукуруза. В контейнерах это ягоды, протертые с сахаром. Что это такое? А, это сало, на котором я жарю еду. Это кусок капусты, которая делалась у меня как-то и паровая, и не только паровая. В общем, там у меня всякие замороженные овощи, ягоды и пара кусков мяса даже есть. По-моему, вот там вот это вот как раз это мясо свиное. И даже еще кусочек мяса вместе с салом. В общем, вот такой у меня холодильник. Кто в нем мышь повесится, то ставить некуда.
маленький такой видос на 5 минут аж. Посмотрели и хватит. Всем пока!